Практика в городской мэрии для этих студентов – первая из четырех обязательных, которые проходят в течение всего срока обучения. Полученные в результате стажировки навыки студентов оцениваются на промежуточной аттестации, результат которой зависит от того, насколько точно была выполнена практикантом программа по основам направления деятельности администрации. Для тех студентов, которые проходят успешно практику, им выдаются сертификаты о прохождении этой практики, и, конечно, они получают преферентное право на потом поступление в администрацию для уже официальной работы. Чтобы все первокурсники получили в своих зачетках пятерки, сегодня в ходе встречи для них были проведены ознакомительные лекции. Студентам рассказали о структуре и внутренней организации мэрии, познакомили со спецификой нормативно-правовых актов и системы делопроизводства. Мне это интересно, я хочу получить основные навыки, которые используются в системе государственного управления. Как человек, который постоянно тут проживает, мне интересно, как развивается наша администрация и что в ней проходит.